вон, видишь, забор кто-то ждет. Ага, все вижу. Там патруль ездит, да? Ага, постоянно. Мексика! Мексика! Пабло Эспаньол. Здесь такие дома цивильные, там такая разруха. Бля, там тоже из даунтауна Эль-Пасо Мексику сделали. Да? Ага. Вон там все раз... дома полуразвалившиеся. Дороги наполовину это оборванные. Да, да. Чейз и Wells Fargo рядом. Ну, вот здесь как бы даунтаун Эль-Пасо идет справа, а слева сейчас еще один Мексику видишь. Да? Ага. Ты больше американского типа? Да, да. Эль-Пасо. Все забетонировано наглухо. Как из ног не повылазит. Наверное, да. Подкопы не делали. Вижу, ночь по левой линии играть. Я тоже так сел. Ну, видишь, 55 едет, 60 спин лимит. Да. У него машина не похожа на нелегал. Я представляю, может, он с собой килограмм кокаина пронес. Стартовый капитал. Тот вот вещь. Да. О, вообще классно здесь. Чувствуется южный акцент этой местности.